Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Андрея. У нас коллекционер, русский сервер, ник Сахароза. Что-то знакомое. Находится он в гильдии Rise of Heaven. На атаке фортов. Непонятно, не участвуют. Битва гильдии, третьи места. Кидайте заявочки, вступайте. Молодая гильдия, которая развивается. Так, немножко донатный аккаунт. И есть космо. Поехали посмотрим, кого нам надо выбить. Трифит, Ледяха и Фрэнки. Вот так вот. Задача, конечно, не из легких. Также надо будет нам паролить талантики, посмотреть, пораставлять. В общем, поехали. Начнем с коллекционера. Призрачный всадник. Да, неплохой аккаунт тоже. Гаргул. Но герои, в принципе, хорошие. Я не знаю, я уже не один раз говорил, что на таких аккаунтах лучше всего. Пробовать. Ролит что-то другое, но не героев. Сердцеедка. О, Афинка Лиди Лео. Раз владелец пишет, чтобы нам не испортил видосик. Так. Блин, ну что-то как-то печально падает. Паладин. Командора Суккуб. Еще один паладин. Рандомчик, давай просыпайся уже. Валентина, добрый день. И я. Сейчас по-любому под музончик. И нифига не падает, зато хороший музончик. Еще один паладин. Короче, властелин паладинов. Но это печаль. Это реально печаль. 4.15 за... Это просто ужас, ребят. Они что, издеваются, что ли? Жесть какая-то. Рыцарь. Валентина. Хранитель. Одержимый. Ну, рандомчик, ну что с тобой? Просто ужас. Все желание пропало ролить. Хотя ролинги хорошие у некоторых, но у некоторых просто... Просто отстой. Какого фига? Что за рандом? Вообще просто ужас. Я не знаю, почему днем так хреново падает. Малышник. Купидон. Бочка. Атлант. Жесть. Ладно, оставлю 9К. Пусть поваляются. Поехали посмотрим. Что у него там есть интересного? Есть коробочки, есть чарки. Поехали, посмотрим. Посмотрим изначально, какие таланты. Так, Фрейя для битвы гильдии с БВшкой вторая. Ну, такое себе. Так, отлично. Сваля есть ССО. Махатма Бер, ССО. Ну, неплохие варианты для героев, конечно. Так, ну, тут, конечно, бы исцеление вытащить. Так, над талантиками я понял, надо будет поиграться. Давайте улучшим бег. Так, нафиг эту римку четвертую. Ожог. Так, ну Ронин, наверное, с ожогом уже. Да, Ронин с ожогом. Землеройка, второй просвет. Так. Ну, это такое, знаете, ожог особо кому-то сейчас влепить его. У него, я смотрю, уже тоже их хватает. Влепим деду для силы. У-у-у, ничего себе, маскировочка. И тут я задумался. Блин.
Маскировку я показывал. Маскировка и кайфовая для Фреи. У него одна с выживанием, одна так. Блин, я уберу бог войны. Я поменяю, солью его, потому что с маскировкой она будет намного круче. И еще раз ржух. Да вы издеваетесь просто. Такс, ракушка. Кому-то для силы сейчас стыкнем. О, вот это получше будет. Огненка. Так, огненка, огненка, огненка. Бигфут у него без скина. На Махатму было бы неплохо СО словить. Стойкость, ну... О! Чик! Отлично. Так, Берс. Ну, перс можно на тыковку при таких талантах. Пусть лучше берс будет, чем третье исцеление. Так, ожива, отлично. Ожива нам на три антика надо. На три антики уже есть, хорошо. Значит, смотрим с таких, кого он будет использовать. Так, космо нет. Командорки она тоже неплохо зайдет. Поехали дальше. Стойкость. Ну, такое себе стойкость. Чисто ради силы. Так, просвет оставим ради книг. Он все-таки качает героя. Так, нам бы еще и ремочку вытащить. Было бы очень даже неплохо. Курку можно тоже поменять. И гнев. Блин, что-то так печально падает на русском сервере иногда. Так, утекание. Ну, я ставлю на Махатму. Она все равно будет лучше, чем Берс. Вы скажете, зачем? А, ну, лучше. Так, это у нас для архидемона замедление. Ищем химку. Так, на стрелка можно поставить и на химку. Химки я у него что-то не вижу. Должна ж быть. Странно. Если что, сейчас на стрелка поставим. Не, есть химка. За фигня, что за фигня, я уже слепой стал, что ли? А, так, химка, приди. Где она, блядь? То ли я втыкаю, то ли он ее слил где-то. Душек, да, она должна быть в самом начале, по идее. Ладно, ставим на стрелка. Тем более здесь скин есть. Ое, о щит. Ну чё, поздравляю, теперь у тебя будет топовая тыковка. Это уже однозначно. Отлично, гнев. Пум-пурурум, пум-пурурум. Ожива. Живо можно сюда поставить. А огонь жизни — это огонь. Так, а с чем у него там асса? С бастом. Ну, в принципе, с бастом тоже хорош. Так, кто у нас еще такой интересный? На огонь может пойти. Можно было бы и этому поставить вместо бога войны больше жизни, и крит будет тоже, в принципе, неплохо. Жалко на Богича. Богича лучше бас, наверное, будет по-универсальнее с ним.
Так, Варлоку можно попробовать Атлант. Он даже жевать не будет. Такие варианты рогатка. Кстати, вот. Ай, у нее что же, блядь, вот тупанул. У нее же тоже крит. Ну, в принципе, пусть будет. Так, разбросик. Да, блин, что-то я не вижу половины героев. Все-таки слитый аккаунт, скорее всего. Или посливали героев некоторых случайно, я не знаю. Но очень странно. Так, тут разброс уже стоит. Можно было и ведьмочки раскол улепить. Для лучшего эффекта. Так, ТВшка нафиг не нужна. Самоуничтожение. Давайте до 10 коробок и дальше идем ролить. Радует то, что мы тыковку собрали. Топово. Вот это радует. Так, это можно поставить сюда. Замедление. Ну, кому это нафиг замедление тут надо? Для доп. Удара разве что. Так, бог войны. Аналогично. И не туда, и не сюда. Поставим пока сюда. Конечно, я не знаю, смысл бог войны качать сейчас. Никакого, наверное, смысла нету. Так, 7.15. Однозначно мы слизни не соберем. Поехали дальше ролить. Рандомчик, ну ты чё? Блять, это жесть. Может, мы там еще кого-то недостающего выбили, но я вижу, что героев не так уж и много. Волтери, странно. Ведьма. Это жесть. Вот так вот, ребятушки. Это жесть и это боль. Ну, я ж спать захотел. Так, окей. Окей. Поехали, попробуем. Еще выбить что-то интересное. Так, стойкость. Она тоже и не туда, и не сюда. Каменка и то будет получше для героя, чем стойкость. Блять, ну, посмотрите, сколько ожогов падает. Что за фигня? Так, дар жизни ставим сюда. Рвенье. Вот опять же неплохая тема. Так. Поставим сюда его. Изворотливость. Ну, у нас уже есть исцеление для тыковки. Это уже намного круче будет. Так. Ну, с таких героев, кому из ворот, можно вальки поставить. В принципе, со второй секунды зарядиться. Опять огонь жизни. Жесть. Самоуничтожение. Ожива. Ну, я, наверное, оставлю. Оживу оставлю, потому что, ну, некому ее пихать, пусть лучше будет. В общем, как-то так вот. Печально, печально. 50к и даже половину только собрали. Вообще не радуют такие коллекционеры. Жесть, посмотрите. 11.15. Так, еще у него есть чарки, он просил. Поехали посмотрим по чаркам. Доспех. Так, я понял, тут с чарками будет весело у нас. Так, ей надо сделать аугментацию. Смотрим только полученное. На свалину можно однозначно ставить. О, щит. Вот это махатма будет. Блин, а она у него
Не сделано, окей. Делаем махатмушку. Немножко придется потратить у него кулаки, потому что, ну, без этого никак. Так, созвездие поменять. Вот, теперь у него топовая будет махатма. Так, передача. А, ну без спиромаха. Нафига. Какие-то странные. Так, Фрея. Да у него тут никто не агментирован, это печаль. Ладно, аугментацию сделает, посмотрит видосик. Делать буду вам видосики по чаркам, кому какую, кому подходит какая чара тоже. Так, подземки он еще просил посмотреть. Тут у него все пройдено. А тут он не может 7-9 пройти с его героем, и в принципе должен пройти. Ну, уже по крайней мере должен пройти. Ну, давайте попробуем 7-9 ему помочь пройти. Так, тыковка. Ну, я делаю, потому что тыква максимальная должна быть. Тут даже вопросов не должно быть. Давайте попробуем пройти подземочку. В принципе, с его героями можно ее вполне пройти. Тут одна махатма должна сейчас всех шатать. Так, берем командорку, берем ворожея, берем, пусть будет. Так, сюда мы возьмем. Так, вот где-то в тотеме, что ли? Так, смотрим, ворожея оставим, космо даже таким можем оставить. Ставим тыковку. Ну, даже такой состав сейчас попробуем пройти. Сейчас нас, наверное, жахнут. Так, без тыковки мы остались. Ну, хотя бы посмотрим на возможности. Понятно. Понятно, все понятно. Надо немножко юнитов набрать. Да, ему бы сюда, конечно, ледяного вообще было бы эпически.
Нифига себе. Фига себе. Жестко. Я в шоке. Что это было? Ну-ка, давайте. Вместо этой возьмем сюда еще дополнительно хрона для ускорения. В принципе, тут может и фрейм нам не надо. Лучше взять командору. Ладно, сделаем так, так. Анубис, ты будешь бить или нет? Это жесть какая-то. Офигеть. Я офигею. Да. С роллингом обломались, еще сейчас подземку не пройдем. Это ужасно. Так, нафиг космо. Нафиг космо. Попробуем все-таки возьмем сюда. Ну, землерейка тоже беспонтовый. Махатм. Она будет сейчас у нас раздавать. Должна, по крайней мере. Так, снимаем утекание и ставим сюда. Да, с эмблемами у него, конечно, все не очень хорошо. Делаем так. Так, ну поехали. Я надеюсь, сейчас мы затащим. Это реально печаль. Сейчас надо будет посмотреть еще, какая у него там магия стоит. Ай, блин, ну как так? Обидно. Так, ладно, уберем Фрейю. Поставим Свалина. Попробуем так. Ну блин, как-то вообще жестко. Я уже привык, что она проходится на ура. Ладно, пробуем. Заморозка это и со свалина стартуем. Я сказал, со свалина стартуем, а не втыкаем. Где разгон, блин? Тыква, ты чё? Что за фигня? Все, минус умри. Тыкву 30%. Я офигею, это просто жесть какая-то. Ой, короче, ну нафиг. Короче, обломались. Обломались совсем. Вот так вот, ребята. Ну, что мог, то сделал. Пишите комменты, ставьте лайки. Ну, может, у него там... Не, у него даже золота. У него даже золота нету. Давайте попробуем, может, на смене где-то что-то. У нас нету. Только что мы пожертвуем. Короче, все любые возможности наши. А, мы еще можем, кстати, вот так вот попробовать. Давайте попробуем сейчас затащить. Я надеюсь, у нас получится. Хоть немножко где-то подрубить. Хоть чуть-чуть самиков. Отлично. Отличненько. Смотрите, как мы
Как мы четко. Есть кого-то слизни жбурнуть? Вот так вот ребята выживают без донаты. Точнее, без самиков, а не без донаты. А, так, давайте. Блин, ну как-то странно. Реально очень странно. Всегда нормально разгоняется тыква с исцелением. Топовая, в принципе, герои хорошо прокачаны. И... Я в ужасе. Я просто в шоке. Надо же на эту подземку просто на раз-два щелкать. Ну, давайте попробуем еще разок. О, вот это оно! Жгите! Ебой! Ну, что значит, никогда не сдавайся. Изи. Правда, у нас там все подохли. Но это такое. Главное, мы ему прошли 7-9, которые он не мог пройти. Все, пишите комменты, ставьте лайки, жмите репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.